Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Вадим Бёрн. Это мой первый подкаст. Он выходит 1 января. Знаменательная дата. Только что отгремели куранты. Вот решил записать первый свой подкаст. Давайте начнем с первого пункта, который я назвал немного о канале. Я решил записывать летсплеи на различных платформах в свое удовольствие. Я не ставлю себе цели стать фанатом, который живет лишь на результатах и там, статистику в играх. Я не статист. Играю в свое удовольствие. Сейчас игр на канале немного, но тем, кому интересны новости о том, какие игры будут на канале выходить в ближайшее время, могут зайти в мою группу ВКонтакте. Ссылку на страницу и группу вы можете найти под данным видео, а также видеть сейчас на своих экранах. В данный момент уже около 10 игр готовятся к выходу на канале. По мере прохождения игр буду выкладывать новые на своем канале. Поэтому подписывайтесь на мой канал и желательно нажмите на колокольчик рядом, где подписаться. В этом случае вы будете получать уведомления о всем новом, что появляется на моем канале. Теперь, я думаю, пришло время перейти ко второму пункту данного подкаста – планы на будущее. Как многие успели уже заметить, канал зарегистрирован относительно давно, но по факту наполнение контентом совсем молодой, но перспективный. Со временем планирую улучшить качество видео и особенно звука. Те, кто уже смотрел мои летсплеи, ранее, смогли оценить не самое хорошее качество звука. Это обусловилось тем, что я записывал на стандартную гарнитуру, и нюансы были по обработке звука, поэтому я уже работаю над этим, приобретен новый микрофон. Последнее видео на моем канале уже выходит записанное на другой, более качественный микрофон. Даже вот этот подкаст записан на уже более новом, хорошем микрофоне. Более точно об аппаратной части я поведаю в следующем подкасте. Следите за выпусками. Конечно, на этом модернизация моего канала не остановится. И по мере роста канала и накопленных средств я буду улучшать качество контента. В связи с этим прошу проявить немного терпения к качеству канала. И в дальнейшем, я уверен, вы не разочаруетесь. Что же касается платформ, то основной платформой моего канала есть и будет какое-то время консоль PlayStation 4, затем PlayStation Pro и так далее, в зависимости выхода новых приставок данной линейки от Sony. В данный момент в основном будут летсплеи, записанные с PlayStation 3 и PlayStation 4. PlayStation 3 на канале будет недолго. Теперь поговорим о третьем пункте, о планах на будущее. Планы, конечно, грандиозные, как и у всех авторов своих каналов. На данном этапе это улучшить качество контента. Я постараюсь в кратчайшие сроки улучшить качество видео и звука. Уже заказано некоторое количество оборудования для записи. Часть из этого оборудования я покажу и расскажу в рубрике «Анбоксинг». Например, готовится материал для видео, как и при помощи чего я снимаю и редактирую свой контент. Ведь в свое время, полазив по YouTube, я не нашел внятного ответа в роликах других каналов, как и чем они записывают свои видео. Да, есть обзоры отдельных там устройств и тому подобное, но практически нет роликов, где рассказывали бы и показывали весь процесс создания своего контента на канале. Собственно, данное видео я и планирую записать. Уверен, многие, кто только начинает записывать летсплеи, подметите для себя что-нибудь новенькое. А те, кто уже с опытом, раскрученные каналы, надеюсь, посоветуют мне что-нибудь с новых тенденций для записи летсплеев. Буду этому очень рад. Затем, конечно, я хочу увеличить количество роликов, выпускаемых на канале в неделю, а если вы будете меня поддерживать лайками и подписками на мой канал, то и чаще. Также есть желание в дальнейшем выйти на записи летсплеев по играм, которые вышли совсем недавно, то есть свежие хиты, которые только что поступили в продажу, например, в Play Store. Но для этого, вы понимаете, нужны деньги, а деньги пока канал, конечно же, приносить не может, поэтому буду стараться выпускать свежие игры, но не так уж совсем и часто, поэтому уж извиняйте. Поймите, что мы, конечно, не миллиардеры. По мере возможности буду вылаживать, конечно, свежаки. Пожалуй, и все. Я думаю, для первого подкаста данной информации достаточно. А если у вас есть вопросы, то с радостью отвечу на них в следующем подкасте, прочитав их под этим роликом. И самое главное. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю, чтобы в этом новом году все проблемы и невзгоды остались в прошлом. Желаю вам, мои дорогие подписчики и те, кто заглянул на огонек ко мне на канал, побольше хороших игр в новом году, которые вас не разочаруют после покупки, мощных вам компьютеров и новых ревизий приставок. Еще раз с наступающим Новым годом!